Привет! С тобой снова я, Анастасия Лукашенко из школы рисования Dream and Draw. На этом уроке мы нарисуем нарядную новогоднюю елочку. Обязательно ставь лайк, подписывайся на наш канал, чтобы мы снимали еще больше таких уроков. Давай начнем! В первую очередь нам нужно подготовить акварельные краски. Я покапала заранее водичку в каждую кювету. Можно это сделать кисточкой, а можно сделать вот таким вот пульверизатором. Полный список всех материалов смотрите в описании под видео. Я беру кисточку и сразу же набираю цвет. Первый цвет у меня будет лимонный желтый. Я беру его побольше, он такой яркий, красивый. И рядышком с ним сразу же беру зеленый цвет. Вот сюда наношу именно рядышком и посерединке вот здесь вот на палитре начинаю их смешивать. У меня получается очень красивый яркий зеленый цвет. Это первый цвет, который нам с вами понадобится. И второй цвет мы будем с вами намешивать темно-зеленый. Мы с вами берем зеленый изумрудный, вот такой вот оттеночек, тоже его рядышком добавляю на палитру. И Беру тот же самый первый зеленый цвет и смешиваю их вместе. У меня получается очень красивый темно-зеленый цвет. Вот такой вот оттеночек. Начинаем с вами рисовать с верхней части нашего листочка. Я держу сразу же салфеточку, потому что мне нужно будет иногда вытирать. Набираю на кисточку светло-зеленый цвет и легкими свободными движениями начинаю формировать веточки у елочки. Вот такими немножко закругленными, красивыми движениями. Можно взять посветлее цвет, потемнее. Начинайте всегда со светлого. И по чуть-чуть двигаюсь вниз. Будьте смелее здесь. Делайте такие быстрые, красивые движения. При этом я иногда немножечко оставляю белый лист бумаги. Вот таким образом. Если краска заканчивается, то всегда можно ее домешать. Я прям беру лимонный желтый и добавляю вот сюда на палитру. И продолжаю делать елочку. Чем ниже я рисую, тем шире у меня становится сама елочка. И я беру и побольше наношу цвета именно на нижнюю часть. Вот так. Можно брать прям даже зеленый цвет, чисто зеленый, с палитры и добавлять его на нашу елочку. Постепенно я двигаюсь вниз, елочка становится все шире и шире. Беру еще желтенького, добавляю вот сюда. Можно мазочки сделать побольше, покрупнее. А наверху мы сделаем очень-очень тоненькую вершинку. Сейчас я прям беру и аккуратненько здесь рисую такой маленький, маленький остренький краешек. Вот так. Потом двигаюсь вниз постепенно. Все теми же движениями продолжаю делать нашу елочку. Не забываю вставлять белые участки. Потихонечку, потихонечку опускаюсь вниз. Все, я сейчас доделаю последние мазочки. Беру прям очень-очень темно-зеленый цвет. Мы смешиваем просто два зеленых вместе. И добавляю вот сюда, на нижнюю часть елочки. Отлично, после этого я хорошенько промываю кисть. Мне нужно теперь, чтобы она у меня была чистенькая. И следующий цвет, который я беру, это желтый, теплый, красивый желтый цвет. Вот такой. Он у меня называется кадмий желтый. Я его добавляю на палитру. И еще следующий цвет, который я беру, это охра. У меня называется охра желтая, вот такой вот оттеночек. И начинаю именно с охры. Сейчас я покажу будем рисовать красивую звездочку. Итак, берем охру и очень-очень простым движением рисуем следующую фигуру. Прямо сверху. Сначала рисуем линию вот так вот поперек, вот так вот. Потом наверх одну линию и две вниз, в разные стороны. Вот так вот. У нас уже получилась звездочка. Нам нужно сейчас ее сделать только немного потолще. Я беру кисточку, промываю ее, беру уже желтый цвет и просто добавляю толщинок желтеньким цветом, чтобы звездочка была попухлее, поинтереснее, пообъемнее. Вот сюда. У меня получается очень красивая звездочка с красивыми переливами цвета. И я оставляю ее, чтобы она высохла. Если нужно, можно взять опять зеленый цвет и немного добавить вот здесь вот, прям к звездочке. Немного зеленых маленьких мазочков. Теперь елочка подсохла, и мы можем нарисовать красивые красные шарики. Вообще вы можете сделать их любого цвета, какого хотите. Я возьму красный цвет, у меня это алая красная. Прям такой насыщенный красивый цвет. Главное здесь убедиться, что елочка подсохла, что уже нету влажной зеленой краски. И в тех местах, где у меня много белого цвета осталось, я прям сверху плотной красной краской буду рисовать вот такие круглиши. Это будут наши с вами шарики. Рисуйте где хотите, сколько хотите и разного размера. такую елочку нарисовать очень-очень легко. Если вдруг веточки получились какие-то другие, это тоже здорово. Всегда такая елочка будет смотреться здорово, празднично. Поэтому рисуйте. Можно даже не одну, а несколько штук. Теперь, пока сохнут наши шарики, мы добавим несколько темных мазочков на елочку. Я опять беру темный цвет, смешиваю два зеленых вместе и добавляю туда капельку синего. Синий я беру ультрамарин. Вот такой цвет получается, очень темный. Вот он. И этим цветом буквально в некоторых местах я просто добавляю маленькие мазочки. На шарике не захожу. Вот таким движением, по чуть-чуть. Мы с вами делаем тени. Можно особенно добавить теней именно внизу у веточек. Вот таким образом. Эти темные мазочки я рисую в разные стороны. С одной стороны они смотрят влево, потом посерединке можно их прям посерединке нарисовать, как будто бы они смотрят просто вниз а с правой стороны рисую их в правую сторону. И еще парочку добавлю вот сюда вот вниз, чтобы у меня здесь получилась хорошая тень. Вот такими движениями. Быстро и легко. Главное делать быстро, легко, и тогда у вас точно все получится. Вот такими движениями. Можно взять еще один цвет, какой-нибудь зелененький, к примеру, смешать вот так вот. Можно экспериментировать, добавлять разные мазочки, разные цвета зеленые. Вот так. И самое интересное, конечно же, давайте добавим брызги. Я добавлю и зеленые, и желтые, и красные, всякие-всякие. Начну с зеленых. Я беру зелененький цвет прямо на палитре, добавляю побольше воды сюда, Набираю на кисточку и просто постукиваю по кисточке вот так вот сверху. Делаю брызги яркие и сочные. Потом беру желтенький цвет, возьму лимонный, развожу тоже водичкой и немного постукиваю вот так вот сверху. И добавлю еще красные брызги. Отлично, теперь подождем, пока все подсохнет. Моя елочка полностью высохла, и теперь я беру простую черную шариковую ручку и добавим маленьких деталек. А именно, я добавлю обводку на звездочку. Прям беру и начинаю ее аккуратненько обводить по контуру. Вот так вот. И также добавим сейчас с вами теней на саму елочку. Мне очень нравится ее пушистая фактура. Поэтому я возьму и прям вот чуть-чуть такими маленькими каракулями добавлю теней. Вот здесь вот покажу вот такие вот движения. Прям похожие действительно на простые каракули. Можно немного иногда такие вот делать просто полосочки. И добавляю их рядышком с теми тенями, которые я делала темно-зеленым цветом. Вот здесь вот. Для того, чтобы она стала интереснее и живее. Так, вот сюда еще немножечко добавлю. И вот сюда, на нижнюю часть елочки. У меня внизу елка самая-самая темная, поэтому здесь можно добавить и побольше. Также я сейчас буду обводить каждый шарик. Мне хочется сделать шарики объемными, поэтому аккуратненько по кругу, прям по контуру я обведу каждый красненький шарик. После того, как я обвела каждый красненький шарик, я немного добавлю на шарики тени. А именно, вот здесь вот внизу, с правой стороны, у каждого шарика добавлю маленькую такую полукруглую полосочку. Вот у нас шарик. И именно вот здесь вот внизу я просто добавляю такую маленькую линию на каждом шарике. Отлично. И теперь мы с вами берем белую гуашь. Она у меня вот в такой большой баночке. И я сейчас ее немножечко положу на палитру. И теперь аккуратненько беру гуашь. Стараюсь, чтобы она у меня была без комочков. Если нужно, ее хорошенечко вот так вот прям перемешайте. И тоненько прям на кончик кисти набираю белую краску. Первое, что мы с вами сделаем, мы добавим маленькую беленькую обводочку на низ нашей с вами звездочки. Вот здесь вот внизу. Просто чуть-чуть добавляю беленького. Вот сюда. Немного подкрашиваю нижние треугольнички у звездочки. После этого на каждый шарик ставлю маленький такой блик с левой верхней стороны. Отлично, и теперь сделаем брызги белой гуашью. Я возьму еще побольше водички, немного разведу гуашь водой вот здесь вот на палитре. Она должна стать чуть-чуть более жиденькой. И точно так же просто побрызгаю сверху, как будто это снежок. И теперь, конечно же, поставим подпись. Я поставлю ее вот здесь. И наш скетч готов. Выкладывай свою работу в социальных сетях с хэштегом ⁇ Мечтай и рисуй ⁇ Я уверена, у тебя получится яркий и красивый скетч. Обязательно подписывайся на наш канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи, пока-пока!